Здравствуйте, мои дорогие, с вами Лана Ануфриева, скоро 8 марта. Давайте с вами проведем ритуал на любовь. Для этого ритуала вам потребуется белый лист бумаги, красная свеча, а также красная ручка, либо фломастер, маркер, все, что у вас будет красное. Необходимо будет нарисовать красивую восьмерку на листе бумаги. Если вы рисуете ее ручкой, как это делаю я, можно обвести несколько раз, как я это и сделаю. Если у вас маркер, фломастер, здесь уже смотрите сами. Значит, вот таким образом, чтобы у вас получилась восьмерка. Но это ведь не только восьмерка, это еще и знак бесконечности. То есть бесконечности в любви, в деньгах, в счастье, в здоровье. Положите перед собой этот знак горизонтально, чтобы на вас смотрела бесконечность. Представьте своего любимого мужчину, если у вас уже есть такой. Если его еще нет, то представьте, каким бы вы хотели, чтобы он был. Внешность его, работа, характер, привычки, то есть все, что только представите, что позволяет ваша фантазия. Возьмите свечу в правую руку. То есть перед собой положили знак бесконечности, свечу зажгли, в правую руку взяли, закрыли глаза, сосредоточились и несколько минут посидели, представили образ своего мужчины. Либо того, что у вас уже есть, либо образ желаемого мужчины, рыцаря, которого вы бы хотели видеть рядом с собой. Свечу держим. Далее берем ручку и пишем в одной части нашей восьмерки либо бесконечности свое имя. Здесь можете писать уже таким образом, как вам удобнее, как вам больше нравится, слева, справа. И с другой стороны пишем имя своего мужчины, того, который у вас есть. Либо, если мужчины у вас нету, то пишем слово «рыцарь». Обращаю ваше внимание, пишем слово «рыцарь». Написали свое имя, имя мужчины. Далее. 7 раз. Вот из центра. Вот я написала имена, видите, восьмерка. 7 раз. Начиная из центра, ведем вот так, зажженную свечу. Обводим нашу бесконечность. Раз. 2. То есть все из центра. Обращаю ваше внимание. 3. И вновь в центр приходим. То есть 7 раз мы так обвели наш нарисованный знак бесконечности. И далее 7 раз мы читаем слова. После того же, как обвели, держим свечу в правой руке все время, обводим в правой руке. И далее 7 раз читаем. Ворожу, свечой вожу. Любовь на себе замыкаю. Рыцарь мой, ты со мной. Либо, если у вас есть уже любимый мужчина, то слова будут следующие. Ворожу, свечой вожу. Любовь на себе замыкаю. Алексей, ты со мной. Далее необходимо обильно покапать на имена. Сначала мы капаем на свое имя. Обильно капаем. Все время думаем о наших отношениях. Представляем, какие мы хотим отношения, если какие-то есть невзгоды, недопонимания в отношениях, то все это уходит прочь, остается любовь, взаимоуважение, поддержка, радость в отношениях. И далее капаем обильно на имя своего мужчины, причем все это делаем интенсивно, быстро. Капаем, капаем таким образом. Далее необходимо будет ваши имена склеить. То есть свечу затушили. И пока еще горячий у нас воск, мы их склеили. То есть не обязательно получится ровненько. Вот как получилось, вот так склеили. Этот ритуал необходимо будет проводить в период с полуночи. 7 на 8 число марта с полуночи. Можно 8 марта и можно еще 9 включительно, но не позднее.
То есть начинаем с полуночи с 7 на 8 марта, далее 8 марта и 9. Эти дни вы можете провести данный ритуал. Значит, провели, вот это положили под свою подушку на 7 ночей. 7 ночей вы поспали, затем это необходимо будет спрятать в тайник и не трогать. То есть не трогать полгода, год, сколько уже у вас получится. Это будет спрятано и будет вам служить. Будет либо улучшать существующие отношения, либо притягивать в вашу жизнь нового партнера, который вам по судьбе, которого вам пошлют в вашу жизнь высшие силы. Спасибо за внимание. Подписываемся на канал и ждем дальнейших ритуалов.